Я не сомневаюсь, что это лидерство может быть достаточно долгим. Чемпион Великобритании, 25-летний Филипп Харрис. Впервые он стал чемпионом Великобритании, и это его европейский дебют. И хорошее начало. Очень хороший тройной аксель в его исполнении. Мы увидели. Разогнался, что не смог остановиться на выезде после тройного лутца. Ну, я, конечно, не совсем точно выразился, не остановиться, а просто ему пришлось не сразу же выполнить второй прыжок тройной тулуп, и у него получился в итоге только двойной тулуп. Ну и тройной флип. Да, во всех отношениях мы видим, что участники вот этой второй разминки, конечно, заметно выше тех, кого мы видели в самом начале короткой программы. Во всех отношениях, и в техническом, и в эмоциональном. Совершенно по-другому смотрятся эти ребята из второй разминки на льду. Такой высокий темп держит англичанин. Так, 32,58. Нет, это была, конечно, не окончательная оценка. Вот 36,08 получил он за последнее вращение 3,5 балла. Ну и его оценка за технику где-то одного уровня с оценкой украинского фигуриста. Даже вот сейчас она чуть-чуть подросла. Да, я, наверное, погорячился, когда сказал, что результат Ярослава Паниота будет еще долгое время лучшим. Вот, судя по всему, Филипп Харрис результат может превзойти. Тут очень многое будет зависеть от оценки за компоненты программы. Ну и я вот думаю, что у него будет повыше. У англичанина, естественно, повыше оценки за компоненты, потому что украинского фигуриста 27,1 была вторая оценка. Это личный рекорд
Филиппа Харриса в короткой программе. Он был показан на недавнем турнире Ломбардия Трофи. Личный рекорд 63,82. Но вот если судить по оценкам за компоненты, они у него достаточно высокие. Это под 6 баллов. 5,7, 5,8 средние. Но вот с такими оценками он сейчас может показать свой личный рекорд в короткой программе. То есть обновит он его в возрасте 25 лет. То есть и в 25 лет можно продолжать расти, продолжать совершенствоваться, продолжать повышать свое мастерство и, естественно, результаты. Это реакция зрителей, его болельщиков. Действительно, он становится первым с личным рекордом 65,16 в короткой программе. Ну вот его оценка, вторая оценка за компоненты где-то на 1,5 балла выше, чем у фигуриста из Украины.